Руководители районов Одесской области к Пасхе усиливают противоэпидемический режим. В Балском районе не только закрывают продовольственные рынки, но с четверга до вторника и все культовые сооружения вне зависимости от конфессии. Религиозным организациям предписано отказаться от массового освящения пасхальных корзин и делать это только по месту проживания мирян или в местах производства и продажи пасок. В Подольске, бывшем Котовске, рынки закрываются к часу дня субботы, а населению рекомендовали минимизировать пребывание в общественных местах до 6 утра первого рабочего дня после выходных. Служители церкви просят перенести поминальные дни на Троицкую родительскую субботу 6 июня. Также решение приняли в Болградском, Беляевском и Татарбунарском районах, в Лиманском, Савранском и Ананьевском районах закрывают не только рынки, но и кладбища. Кроме того, там вводят ограничения на передвижение, пребывание граждан в общественных местах с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после праздников. В Белгороде-Днестровском главный рынок Ассорти был закрыт еще 13 апреля. Религиозным организациям рекомендовали ограничить доступ в них верующих. Обращаем внимание, что Одесская мэрия никаких ограничений в деятельность церквей и рынков не вводила. Все работает практически в штатном режиме.